Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть Jurassic World The Game, продолжаем наш марафончик, соответственно, давайте сейчас быстренько все собирать. Естественно, у меня сейчас остается, если не ошибаюсь, 20 минут вот здесь вот. Да, даже меньше, 15 минуток. Давайте заберем награду. Кстати, там какой-то наборчик мог прийти, и мы ее опять не получили. Получаем с вами довольно-таки большое количество ДНК. Пахиринозавр за... Блин, за рубли, пахиринозавр. Я давно хочу пахиринозавра. Зараза. Здесь шанс вообще, на самом деле, мизерный получается. Я даже не знаю, купить, не купить. Ладно, давайте купим. Я знаю, что здесь можно прикупить это дело два раза, но я не буду. Одного раза хватит, то есть 10 карточек здесь куплено. Здесь у нас с вами может быть гасторнис, либо инеозавр. Чувствую, что сейчас у меня, конечно, пахиринозавра не будет. Кстати, вообще, на самом деле, такая прикольная штука, что мы можем взять еще, с вами сейчас еще 10 карточек и получить бриллиантовый приз, не докупаясь за баксы, в принципе. Почему бы нет? Пахиринозавр нужен. На самом деле, пахиглозавр и сигнозух — это единственные два гибрида, которых у меня нету. Стегоцератопс, если не ошибаюсь, я его могу вывести, честно говоря, не помню. Возможно, он у меня даже где-то был, может быть, я его продал. Ну, это на самом деле не так страшно, потому что он не такой дорогой, его можно будет вывести еще позднее. Ладно, сейчас давайте я пока что быстро соберу монетки и подумаю, стоит ли нам это дело заказывать. Вообще, на самом деле, хочется. Если хочется, грех себе отказывать, черт побери. Так вот, пока что я собираю монетки, я добавлю те картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы ваша картинка попала в выпуск, то ссылочка на группу ВКонтакте в описании под видео. Соответственно, там первым постом закреплено, что нужно сделать для того, чтобы ее добавить. Там все очень просто. Пожалуйста, только не присылайте картинки, которые просто были скачаны с интернета, так сворованы. Принимается только то, что было нарисовано с вами. Максимум, что принимается, это срисованные картинки, что-то слепленное, сделанное своими руками. Пожалуйста, не нужно нас обманывать. Итак, я тут так покликал, пока посидел, подумал, поговорил с вами и понял, что, ну, во-первых, конечно, супер-клинка нужно забрать. А во-вторых, давайте закажем, черт побери. Ладно, давайте закажем. Потому что очень-очень хочу, очень давно у нас с вами как раз этого существа нету. А дальше будем заниматься с вами, естественно, сигнозухом. И, как я и сказал, это нам с вами, во-первых, дает бриллиантовый приз. Посмотрим, что нам отсюда придет. Отсюда может много всего прийти интересного. Но нам приходит метапозавр. Ладно, хорошо, если не ошибаюсь, у нас с вами есть 20 уровня. Вроде нам еще один прямо сейчас не нужен. Вот он, метапозавр 20 уровня, да, хорошо. Дальше, у нас с вами вот здесь вот гинодончик вывелся. Можно ускорить наконец-то Эдестуса. Прикольно, окей. Гинодона с вами забираем. Кстати, давай-ка мы тебя прокачаем на самом деле. А у нас вообще не все так плохо-то здесь с гинодончиками, смотри. У нас с тобой есть один 20 уровня, 600 урон, да? Мы сейчас эволюционируем этих двоих. Размещаем, естественно, опять же откармливаем. Еду у нас завались. Еду в последнее время прям коплю-коплю, никуда не трачу, ни на что не обмениваю. Может быть, если буду тратить, то только когда у нас там будет ее 1 060 000. Давайте, проэволюционируем дальше. До 30 уровня наконец-то появится еще одно сильное кайнозойское существо, потому что кайнозой я себе, естественно, испортил при помощи маматериума, если не ошибаюсь. Он у нас с вами получился очень серьезным, но у нас даже не только маматериум, у нас там и телокосмил довольно-таки сильный. И из-за этого приходят очень серьезные соперники. Есть, отлично. Еще одно сильное существо в копилочку. Секунду. Сарямба не нужна. Давай быстренько тебя откармливать. Блин, как они это спрятали, да, за камнем? Частично. Классный, ничего не скажешь. 931 урон, давайте, естественно, заберем нашу награду. И посмотрим, что у нас с вами там еще есть сейчас интересного. Во-первых, випочка. Ну-ка, опять без динозавра, забавно. Также бесплатно, как помните, мы с вами можем ускорить Эдестуса. Наконец-то, вот это вот прям реально наконец-то, потому что я его очень-очень давно хочу, очень давно пытаюсь найти, и у меня ничего не получалось. Ну, как видите, сейчас у нас сразу там с вами два выводится. Если не ошибаюсь, была на Эдестуса дрожь земли, но я ее профукал. Я ее просто-напросто пропустил. Блин, какой же он жесткий, а? Так, ладно. А, кстати, опять же, ну ладно, бог с ним. В принципе, можно забрать, конечно, здесь у него награду. Естественно, он не сильный. Он не сильный. Это бриллиантовая легендарка. Сами понимаете, что они довольно-таки слабенькие. У нас вот здесь вот с вами бейджик, если не ошибаюсь, заполнился. А у меня вообще хотя бы один сигнозавр есть? Секундочку, мне вот это вот интересно. Давайте сейчас сюда с вами поставим редкость. Ставим сюда нашего метапозавра. Есть, выводись. И вот сюда давайте поищем Дейнахейра. Ну-ка, нам нужно... Нет, секундочку, не так. Травоядные. Сортируем сюда. Унаринг, анкилодок. Да ладно, тебе вообще что ли ни одного нету? Нет, есть один единственный сигнозавр у нас с вами есть. Значит, нужно еще где-то семерых найти. Жесть. Я знаю, что была тоже дрожь земли на него, но тогда я... Я не знаю, если не ошибаюсь, в отпуске был. Соответственно, давайте посмотрим, что по схваточкам. Если не ошибаюсь, здесь час на серебряные награды, бронзовые награды час. Но возможно, что сегодня еще что-то здесь прикольное появится. Давайте быстренько пройдем хотя бы
Команда нет нокаута, это на самом деле очень просто. Главное, чтобы никого нам не выбили. Мы можем поставить апатозавра, можем поставить сюда, я не знаю, Зухариптора и Мастодонзавра. Пожалуйста. С ними ничего не может случиться. 1,5 миллиона за участие. Ты издеваешься, камон. Кстати, мне кажется, мы одним апатозавром все это можем пройти. Сейчас проверим. Он сейчас поменяет на тиранозавра. Музыка исчезла в никуда, он менять не стал, пробил 2 удара. Это бред. Это вообще очень странно. Мы его забиваем спокойно в 2 удара, берем бонус. Мне просто интересно, могу ли я одним апатозавром все это дело пройти? Сарказух, 500 урон, 2 хода, тоже возможно пробьет. 1 удар, хорошо. Мы тебя забиваем в 3. И опять же берем бонус, 1, 2, 3, берем бонус. Улетает. Ну, естественно, 40-й тиранозавр. Хоть урон 918, 3 хода, может быть, не будет бить, не знаю. Нет, все-таки наносит 3 удара, непонятно для чего. Потому что я спокойно в 5 ударов его забиваем, и все остальных существ, получается, я взял просто так никуда. Я не знаю, что мне делать с бронзовыми призами, набором, потому что, типа, ну, там, скорее всего, будут такие же схваточки. О, музыка вернулась. Но награда будет вообще никакая. Отсюда хотя бы что-то супер редкое может прийти. Там у нас код 19, сейчас нужно будет пройти. Хотя бы 500 ДНК, скалозавр, ну и 600, если не ошибаюсь, 650 очков доверия. И вот это мне вообще нравится, в бронзовых наградах с модами довольно-таки сложные динозавры, но в принципе это можно, естественно, пройти просто ради модов. Подожди, секундочку, давай что-нибудь попроще возьмем, Престазуха и как раз и Аламбию, естественно. Так, ладно, потратим токсин, хоть и не нужно было, альфа и отвлечение. Нужно вообще разбираться с этими модами, привыкать их использовать. Возьмем с вами, естественно, сейчас бонус. Отвлечение. Вот что делает отвлечение? Минус урон у меня, да? Несокрушимость, плюс здоровье у всех. Хорошо. Единство, еще плюс урон у всех. Жестко. Давай возьмем бонус. А вот это жестко на самом деле. Хорошо, хоть есть токсин. Правда, урон очень маленький. В принципе. У меня вот какой вопрос. А мы можем токсином всех забить? Он сейчас поменяет, нет? Что он будет делать? Он наносит 2 удара. Плевать. У него сейчас будет еще 2 хода. Смотри. Мы с тобой берем 2 бонуса и блок. Потому что сейчас все равно токсин сработает на всех. У него больше никаких бонусов не должно работать на меня. Еще минус 1000 здоровья у всех. Отлично. Как долго токсин работает? Могу ли я вообще ничего не делать? Просто брать блоки, блоки, блоки. И отбиваться от него. Окей. Сейчас у него будет 3 хода. У нас с вами 5 ходов. 2 бонуса, 3 блока. Пожалуйста. Хорошо, 2 удара. Это на самом деле очень круто. Ну что, давайте возьмем 5 блоков. Вдруг у него бонус. 5 блоков возьмем. Нет, это блок, хорошо. Это вообще возможно провернуть? Вопрос вот какой. Если я сейчас ударю Нандазуха, сработает ли дальше токсин? Ну, то есть мы его с вами забиваем там буквально. На самом деле в 2 удара забивали. Он улетает. Сейчас должен сработать токсин, по идее, да? И все, и схватка пройдена. Обалдеть, этих можно было вообще не брать. Слушайте, на будущее это нужно запомнить. То есть можно действительно взять только одно существо и завалить абсолютно всех. Они прям что-то классно сделали. Плюс я так подумал, что возможно будет каждую неделю турнир с модами. Это будет классно. Что это у тебя такое? Что это за мод такой интересный? Давайте-ка возьмем с вами, например, Церезинозавра. Пускай будет. Ну, и возьмем как раз токсин. Старт. Ну, точное число модов 3. Ну, вот это обидно. Ладно, хорошо, давай возьмем с тобой, не знаю, вот так вот. Релифозавр, конкаминатор вот такой. Секундочку, моды. Моды самые простые сюда возьмем. Закалка, несокрушимость, старт. Мне просто интересно, что вот этот мод делает. Плюс 7 здоровья. Плюс еще 7 здоровья. Нет, только конкаминатору, хорошо. Вмешательство. Ого. Он убирает мой мод. Ну окей, ладно, бонус возьмем. Он же сейчас поменяет, скорее всего, аргентинозавра. Или нет, или из-за мода он не будет менять. Нет, меняет, хорошо. Димитродончик, хороший урон, договорились. На самом деле я его в 3 удара забиваю. Да, я его забиваю в 3 удара. Но с остальными тоже справимся, так или иначе. Я просто надеялся, что токсин будет работать. Но, как видите, нет. Вот этот мод лучше, чем мой мод. Зараза, а?
Самое прикольное, что вот этот мод мне тоже понравился, он мне еще ни разу не попадался. Если у нас с вами такое будет, то можно будет очень классно использовать, потому что мы же с вами в начале боя, перед тем, как идет расстановка, видим, какие моды у противника. Ну ладно, сейчас, конечно, это будет больно. 5 ходов. 5 ударов, да? Да, скорее всего. Рельефозавра забивает, ну, хорошо, что есть конкоминатор. 1300 урон. 6 ходов у нас. Ну и мы его спокойно забиваем. Да, нужно запомнить, что вот этот мод — это очень классная штука. Забираем с вами набор, ну просто забираем для того, чтобы был. Получаем Галимима. Если не ошибаюсь, у нас с вами частенько такое бывает по понедельникам, что новые события появляются там после 5-6 часов вечера. То есть, видите, их даже нет в списке еще. Зато здесь все обновилось, и это гораздо важнее. Получим, не получим, не знаю, надеюсь, получим. Поехали, сначала Гасторнис. Нет, Гасторнис мы не получаем. Но надеюсь, там получим. 1 200 000 еды. Еще 300 тысяч. Здесь ничего пока что заказывать не будем, закажем потом, потому что нам нужно там бронзовую, серебряную награду. Я прям очень боюсь нажимать на самом деле. А что там еще было? Стиксозавр и ДНК. Зараза, но это не 20%. Это 20 раз по 1%. И это действительно не 20%. Но я надеюсь, что игра не подведет. Давай, камон, пожалуйста, игра. Зараза, наконец-то, слава богу, там есть набор. Потому что у меня было, если не ошибаюсь, 2 раза, когда я вот так вот заказывал. Один раз за баксы заказывал, второй раз за реальные деньги. И не приходило. И это был просто вынос мозга, когда ты тратишь такое количество, ну, 100 баксов выкидываешь просто в никуда. Погнали. У нас с вами 3000 ДНК. Кстати, ДНК уже 18 тысяч опять, да? Еще 2000, шикарно. Здесь у нас с вами стиксозавр. И наконец-то набор похеринозавра. Просто наконец-то. Просто наконец-то. Обалдеть. Еще 7500 ДНК. И вот он наш красавчик. Сколько мы? 5000, если не ошибаюсь, получим, да? 5200. 5200 отсюда получаем очков доверия. Оставим их на завтрашний день. Здесь больше пока что ничего заказывать не будем. И это нам говорит только об одном. Что знаете, что можно сделать сейчас? Метапозаврика ускорить. Окей, собираем. Помещаем. Сколько у нас с вами еды? 12 миллионов. А вот здесь у нас с вами еда есть. Так, секундочку. Монеты. Это возьмем. Топижара у нас очень много. Монеты нам сейчас с вами не нужны. Еда 17 тысяч. Обалдеть, как много еды. Так, 1 до 30 докачал. 2 30. Эволюционируем это тело. Кстати, он получается очень красивым. Вот по сравнению с тем, что было там на 20 уровне, на 31 прям вообще шикарнейший. Естественно, это дело с вами все откармливаем. Откармливаем, еды немножко не хватает, обалдеть. Можно забрать вот это все. Может быть, это нам даст достаточное количество. Не знаю, вот именно об этом я и говорил, что еды может не хватить. Ну-ка еще раз, давай, пахиглозавр, да выберись, пожалуйста. 900, не хватает, еще 2 уровня нужно вкачать. Ладно, значит, идем с вами сюда, смотрим, здесь еды нету. Давай, игра, пожалуйста, не подводи. За 2300 ДНК, 1 800 000 еды давайте пока что отложим. Сделаем вот так. Монеты, еда, 770. Маловато, еще раз, монеты, еда. 800, было же на 1,5 миллиона в прошлый раз, или позапрошлый. 1 100 000, хорошо, у нас 3 миллиона еды. На самом деле маловато, этого нам не хватает. Ну-ка, здесь монетки. Ну, типа по хиринозавру мы с вами можем откормить. До 40 уровня. А вот слияние, подожди, у меня второй, у меня мегалозавр не готов, да? Вот в чем фишка, у меня не готов мегалозавр. Но если не ошибаюсь, мы его с вами можем вывести, то есть где у нас с вами находится, давайте. Гибриды, хищники, секунду, я сейчас что-то не понимаю. У нас с тобой есть 1 30 и вот эти откормленные, но не проэволюционированные. То есть смотри, максимум сейчас можем что сделать с тобой, это вывести 21 еще одного мегалозавра. Раскачать его, ну, я не знаю, хватит еды или нет, потому что, возможно, не хватит. Нет, не хватит еды, ну там получается 24 уровень, и опять еда закончилась. Ну ладно, бог с ним. Самое главное, что он у нас с вами есть, его возможно раскачать, просто сейчас не хватает еды, еда, наверное, будет, ну, в следующем выпуске. Но вот это чудовище, наконец-то у нас с вами появилось. Я действительно этому очень рад, потому что мы с вами к этому очень давно идем, осталось только сигнозавра сделать из сигнозуха и кого-то там еще, я, честно говоря, даже не помню. Но на этом этот выпуск давайте завершим, я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня потратили много денег, но получили в награду вот это существо. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока, увидимся в следующем.